7 февраля капитализация рынка криптовалют вернулась к 2 триллионам долларов. Холдеров SHIB больше 1 миллиона, цена выросла на 77%. Polygon привлек 450 миллионов в рамках нового раунда финансирования. Sotheby's выставит на аукцион 104 NFT CryptoPunks. Капитализация рынка цифровой валюты значительно увеличилась за последнюю неделю. Более 300 миллиардов долларов вернулось в криптоэкономику после январского падения. 24 января 2022 года стоимость всех существующих криптовалют составляла около 1,5 триллиона долларов. С того дня стоимость криптовалюты в долларах США выросла более чем на 36%, достигнув 2 триллиона долларов к 7 февраля. Доля биткоина составляет 39,4%, а доля эфириум составляет 17,9%. В настоящее время общая капитализация скорректировалась до 1,7 триллиона долларов. Токен SHIB за последнюю неделю взлетел в цене более чем на 77%. Капитализация этой криптовалюты приближается к 19 миллиардам долларов. Таким образом, SHIB оказался одним из самых результативных альткоинов. Число холдеров монеты выросло с ноября почти вдвое – с 530 тысяч до более миллиона к 7 февраля. Крупнейшие инвесторы продолжают скупать монеты SHIB. Сейчас сто китовых кошельков контролируют более 25% от общего рыночного предложения альткоина. На прошлой неделе 4 крупнейших адреса приобрели 6,11 миллиарда, 1,087 миллиарда и по 28 миллиардов токенов каждый. Один из китов держит криптовалюту SHIB эквивалентом в 116 миллионов долларов США. Проект Polygon провел очередной раунд сбора средств, в ходе которого привлек 450 миллионов. Средства будут направлены на масштабирование сети эфириума и внедрение приложений Web3. Этот раунд сбора средств стал одним из самых крупных для проекта с 2017 года. В нем приняли участие более 40 фирм, среди которых SoftBank, Vision Fund 2, Galaxy Digital, Galaxy Interactive, Tiger Global и Republic Capital. Лидером раунда стала компания Sequoia Capital India. Токены проекта Polygon Matic стали 15-м криптоактивом по рыночной капитализации. Токены проекта Polygon Matic стали 15-м криптоактивом по рыночной капитализации. Аукционный дом Sotheby's проведет торги набором из 104 невзаимозаменяемых токенов из коллекции CryptoPunks. Торги пройдут 23 февраля в формате живого аукциона в Нью-Йорке. На вечернем аукционе Sotheby's будет принимать биткоин и эфир. Расчетным средством также будут фиатные валюты. Отметим, что это не первый опыт работы Sotheby's с цифровыми предметами коллекционирования на основе блокчейна. В октябре 2021 года Sotheby's запустил площадку для торговли NFT под названием Sotheby's Metaverse. Это были все новости на сегодня. Спасибо за просмотр, а также не забывайте подписываться на нас в других социальных сетях.